Всем привет, вы попали на канал Hard Reset Info. И в этом видео я расскажу вам, как сделать сброс настроек наушников Jabra Elite 45H. Чтобы сделать сброс настроек данных наушников, нам нужно на правой чашке наушников найти вот эти вот три кнопочки. Это у нас повышение, это понижение громкости, это многофункциональная кнопка, также отвечающая за паузу или проигрывание музыки. Итак, для того, чтобы сделать сброс настроек, нам надо для начала включить наши наушники. Мы это делаем с помощью данного тумблера, передвигаем его в среднее положение между кнопочкой питания, точнее значком питания и значком Bluetooth. Далее. Мы зажимаем кнопочки повышения громкости и многофункциональную кнопку примерно 3 секунды и обращаем внимание на индикатор. Так, я зажимаю данные две кнопки. Зажимаю. Смотрим на индикатор. Итак, когда проморгала фиолетовая кнопочка и она сказала «Restored to default settings», вроде как она так сказала, я не уверен. Я пытался повторить, а не сказать правильно на самом-то деле, но не важно. Главное, что просветил фиолетовый индикатор. Это самое важное. Это значит, что мы произвели сброс настроек. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Ведь согласитесь, никто еще, наверное, так быстро не показывал, как сделать сброс настроек каких-либо наушников. Всем пока!